nostalgie. On se ressemblait. And the pain has surely changed, but now my blood is of a railroad. It's got my heart, it courses through my veins. Доброго времени суток зрителям, звучащим гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Ностальжи. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Railroad Tycoon 3. Это означает железнодорожный магнат 3. Игра вышла в 2003 году и представляет из собой экономическую стратегию. Мы с вами будем акулами бизнеса, которые строят, раскидывают свои ветки железной дороги, как щупальцы по всей Америке. Присоединяя новые города, развивая их, строя станцию, покупая новые тепловозы. И мы можем с вами, в чем особенность этой стратегии, помимо того, что она экономическая и очень прикольная, с поездами ту-ту и все дела, в том, что мы можем начинать с далеких-далеких времен, когда появились только самые первые паровозы, и дойти до электровозов, грубо говоря, практически до нашего времени. На 2003 год игра очень веселая, очень забавная и, в принципе, очень прикольная и интересная. У каждого города есть свои потребности, у каждого города нужно проводить туда путя, есть компании-конкуренты, которые захватывают город быстрее вас и так далее. В общем, давайте сразу перейдем к делу. Выбираем одиночную игру, новый сценарий возьмем. Давайте, значит, выберем карту. Аргентина, Британские острова, Чикаго до Нью-Йорка. Так, Италия. Италия тоже такое странное. Видите, здесь есть дата, в которой мы начинаем с вами играть. В каком веке, так сказать, в каком годе. Так, Восточная Австралия. Нужно учитывать, что здесь очень еще имеет значение рельеф, потому что, к примеру, если слишком высокая гора, через нее придется прокладывать туннель, что стоит денег, если это речка, то через нее нужно прокладывать мосты и так далее, и так далее, и так далее. Изначально пути идут обычные, потом их нужно электрифицировать, чтобы там смогли ездить электровозы. В общем,
Целое. Ладно, давайте, я не знаю, давайте возьмем просто Аргентину. 1880 год. Аргентина на взлете. Пампа бурно заселяется. Помогите стране развиться тем же темпом, и она займет видное место в мире. Выбираем средний уровень. Я, если честно, давно не играл. Ну как, я последний раз играл очень давно в нее. Когда она только еще в те бородатые, 2003 год, наверное, когда она только вышла. Хотя вру, она вышла, я играл у нее позже, может, год 2005-2006, ну, не имеет значения. В общем, для меня это будет тоже уже как первый раз. Давайте возьмем, наверное, Чикаго до Нью-Йорк. На пороге ревущая 20-е. США готовится создать большую транспортную сеть, которая бы связала промышленные центры восточного побережья и среднего запада. Кроме того, ходит разговор про какого-то Генри Форда. Это какой-то Генри Форд, который, наверное, будет Форд. Вот так, блядь, гений. Давайте возьмем 1900 год, значит, готово. Против нас будет один, походу, вот. Джеймс Фиск. Против нас будет Джеймс Фиск с его компанией. Ладно, поехали. Эх, сейчас вспомню молодость, наверное, буду плакать. Или плакать сейчас, или буду плакать потом в подушку, я еще не решил. Так, страна стремительно развивается, и невозможно больше терпеть отсутствие нормального сообщения между Нью-Йорком и Чикаго. Ваша задача – за 25 лет связать эти города железной дорогой. Работа будет не из легких, не близко, и местность сложная. Успехов! Бронзовая медаль – соедините Нью-Йорк и Чикаго. Серебряная медаль – соедините Нью-Йорк, Чикаго и Сент-Луис, и получите от промышленности не менее 5 миллионов. Тоже за 25 лет. Золотая. Все тоже плюс ветка в Чаттанугу и перевозка не менее 50 партий автомобилей. Дополнительные условия. Все дороги должны сообщаться. Нельзя основывать больше одной компании. Нельзя покупать и продавать акции. Кстати, здесь еще можно акциями играть. Можно выкупать другую компанию и так далее. Нельзя заменять и смещать глав компании. Внимание! Федеральное управление железных дорог создало холдинговую компанию, чтобы следить за развитием этой важной области. Пока там только строят планы и смотрят, не пора ли вмешаться. Окей-юшки. Так, значит, наша компания, против нас есть УЖД, у которой наличные 2 миллиона, как я понимаю. Мы назовем, значит, нашу компанию, конечно же, мы назовем ее Rolegame. Текс, значит, оленем быть не хочу. Медведь, канать как Единая Россия. О, вот такую звезду. Так, значит... Инвестиции игрока, внешние инвестиции. Хорошо, окейшки. Вот, в принципе, мы, председатель Томас, такой красавчик. Мы можем подать в отставку и закончить. Мы можем выпускать облигации для того, чтобы погашать долги. Тут можно взять в долги, тут можно взять в кредит. В общем, все как в жизни, ребят. Взял кредит и потом жрешь один Ролтон или чего там, что там, у кого что. Так, ну что, мы начнем. Значит, нам нужно следить Чикаго. Вот оно, я вижу. И что тут у нас... И Нью-Йорк. Обратите внимание, что Чикаго, в принципе, довольно-таки неплохой и развитый город, как и Нью-Йорк, в принципе. Что не скажешь о Форт Уэйне? Он вообще там чисто так, на короче, на херне находится. Значит, вот, в принципе, карта у нас такая веселая, ребятки. То есть мы пролаживаем эти дороги. Управление в основном мышкой, как вы понимаете. А есть тут ускорение по скорости. Здесь у нас прокладка путей, какие есть, возможно, пути. Здесь станции. Помимо того, поезда нужно обслуживать. То есть на железнодорожном сообщении должна быть обязательно станция депо, которая будет ремонтировать ваши поезда со временем. Также должна стоять, к примеру, сервисная станция, которая это все-таки паровозы, надо водичку подливать, уголек подсыпать. То есть это, сервисная станция всем этим обеспечивает. Давайте попробуем, значит, соединить, наверное, Чикаго и Рокфорд, соответственно. Так, значит, так, вот у нас Чикаго идет. Давайте где-то, я не знаю, попробуем Рокфорда, наверное, потянем линию. Линия тянется, то есть зажимаем левую кнопку мыши и тянем, потом отпускаем. Так, давайте, значит, где-то вот так вот, потом мы ее вывернем. Дальше мы с вами должны построить, соответственно, станцию. Значит, небольшая область обслуживается. Видите, не соединено. То есть оно не охватывает Чикаго, и оно его не присоединяет. А вот средняя станция уже присоединяет. Но стоимость такой станции, соответственно, 100 тысяч. Ну, что же делать, надо ставить. Так, тут мы поставили станцию, и, соответственно, нам нужно поставить станцию на Рокфорде. Ну, я думаю, не стоит как бы обращать внимание на то, что, как я понимаю, станции нужно ставить только
рядом с железной дорогой, то есть вы не можете. Нет, вы можете ее тут поставить, но она ни хрена не соединит. Видите, она даже желудники показывается. Так, что теперь? Значит, добавить поезд. Поезда, которые у нас есть на наше время, грубо говоря, это начиная с 1865 года. Вот, здесь мы видим его содержание, сколько он содержает, содержание его в год. Ускорение плохое, надежность средняя, внешний вид приемлемый, тип двигателя паровой. Максимальная скорость, сколько он может брать вагонов, сколько, какая у него скорость под уклон, если уклон дороги идет и так далее. Ну, давайте сейчас у нас 1900 год, возьмем, что там у нас по последнему слову техники, это Camelback. 1896 года выпуска. Значит, цена его 80 тысяч, содержание за год 7 тысяч. Ускорение плохое, надежность средняя, внешний вид ужасный, тип двигателя паровой. Еще здесь у нас... О, ну, вот этот получше будет, ребятки. Это будет получше, но и стоит он, извините меня, 180 тысяч. Больше, чем Camelback, блядь, ну, в два раза. Так, значит... Экономия топлива выше среднего, ускорение выше среднего, надежность средняя, приемлемый паровой. Давайте его и возьмем. Значит, дальше нам нужно выбрать, значит, маршрут. Пускай он будет ехать из Чикаго в Рокфорд. Мы можем здесь с вами указывать товар, который он может везти. То есть товар подсвечен, доступный товар подсвечен таким, как вы видите, он выделяется. Кукуруза, мясо, коровы, к примеру, там пшеница, да. Также, если мы делаем это пассажирским поездом, мы можем там прицепить вагон-ресторан, мы можем прицепить служебный вагон, чтобы он меньше там ломался и так далее. Значит, максимально вагонов он у нас может тянуть 4, мы поставим ему, конечно же, 4. 4 из 4. Значит, пускай он везет любой груз, который будет только доступен, реально любой. Так, значит, мы его покупаем, вот он у нас тут будет стоять. Происходит погрузка, он у нас грузит мясо, 100%, цена груза 17 тысяч, он грузит у нас пшеничку и кукурузу. То есть 3 вагона, из 4 доступных в Чикаго он может загрузить только 3. Так, давайте, короче, мы сейчас за нашим поездом проследим. Так, мы к нему привязались, скорость игры норма. Давайте медленно попробуем. Так. Все, значит, мы ждем, происходит погрузка у нас. Ну, дружище, давай грузись. Так, что там у тебя? Что там у тебя? Ну-ка, покажи ко мне. А, минимальная 0. Чем мы это? Все, минимальная 0, максимальная 4. Все. Пошел наш чух-чух. Ой, мы от него отвязались. Вот он. Вот он наш красавчик, ребята. Вот он, короче, у нас чух-чух поехал. Мы можем вот так вот за ним следить, там, снимать про него кино. В общем, он везет мяско и пшеничку с кукурузой. Сейчас он держит путь прям в Рокфорд. Сейчас мы завезет. Мы получим первую прибыль. Стоит отметить, что если мы пускаем поезд нам навстречу по одному пути, они не будут сталкиваться, но они будут друг друга пропускать. И у каждого поезда можно выставить приоритет. Кто приоритетнее, кто нет. Если нет, то они будут там как-то по-другому. Так. Поезд 1 прибыл на станцию Рокфорд и принес нам 42 тысячи. Изи-каточка, ребятки. Поезд, конечно же, можно, как вы понимаете, можно переименовать. Вот, приоритет поезда, видите, нормальный. Он будет пропускать поезда с более высоким приоритетом и составы такого же приоритета, с более ценным грузом. В общем, тут можно всякую тут дребедень выбирать. Поезда можно вот менять, можно скопировать, чтобы, ну, как бы не заморачиваться с этим, да. Соответственно, мы сейчас из Чикаго возим в Рокфорд и развиваем Рокфорд. Мы можем построить, в принципе, на станции за свои деньги, мы можем построить такие, как там, отели, они нам приносят тоже там, получать прибыль от пассажиров, если там мы перевозим автозавод, соответственно, он у нас можно строить там, поставим как производство, он будет производить машины, если мы, к примеру, там какой-то город нуждается в машинах, мы тогда можем их производить, туда завозить, но в завод нужно завозить будут материалы. В общем, это все очень и очень долго. Игра, как бы я считаю, как экономическая стратегия, любителям ту-ту паровозов, как бы, обязательно стоит поиграть. Давайте кидем еще ветку в Мэдисон, построим обязательно здесь тоже вот такую станцию, возьмем паровоз чух-чух,
пускай он едет с Мэдисона в Рокфорд. Будем, короче, Рокфорд раскручивать по полной. Купить. Смотрите, он грузит пассажиров. Молоко 64. Подгружает 66% и пшеницу. Ну, всяко лучше. Так, обязательно нам нужно построить наши, как бы, сообщения обслуживающие станции. Так, пока наши поезда не пересекаются, мы построим депо и обслуживающие станции на каждом этом. Но хотя более рационально будет, если мы будем это ставить там, на пересечении маршрутов, как, на какой-то развилке, чтобы каждый паровозик мог подъехать и взять то, что ему нужно, в принципе. Так, вот наш уже первый поезд из Мэдисона. Да, из Мэдисона отправился на Рокфорд. Вот он мчится. Уже у нас прошел через депо. Ему ничего не нужно, потому что он свежий, молодой, красивый. Вот наши поезда. Видите, к примеру, уже вот у них хватает водички. Так, и приезжаем в Рокфорд и получаем 60 тысяч. Вот, кстати, обратите внимание, один из наших поездов сейчас, видите, водичкой заливается. То есть охлаждает свое трахание, как это было в GTA San Andreas. Вот, в общем, готово. Он сделал все, что ему, прибамбасы, которые ему нужны, и отправляется себе дальше по маршруту. Хотя он почему-то у нас идет пустой. Вот у нас прибыль от доставки, мы можем примерно увидеть. Мэдисон у нас рубит по-черному. Мэдисон у нас, он везет 95 тысяч, или уже сколько, уже 59. Пока он едет, время-то теряется, ребятки. Так, шинный завод построенный в Лондоне, около Лондона. То есть нам приходят новости, мы можем смотреть там, что тут у нас по наличному. По наличному мы ведем, точнее, ведет уже Д, но у нас прибыль поболее будет, приход поболее. То есть роли гейм тащит, ребятки, как и обычно, как и всегда. В общем, я думаю, мы на этом закончим наш обзор. Всем спасибо за то, что вы посмотрели этот обзор. Я надеюсь, вам понравилось. Это была рубрика Ностальжи. Это была игра Road Red. Вот, блядь, Road Red, господи, что я говорю? Короче, Railway Tycoon я всегда называл, потому что это симулятор железной дороги. Короче, бомбите, качайте. Возможно, вам придется немножко потанцевать с бубном рядом с, как бы, в этом видео, в этой игре, потому что не сразу она запустилась, тем более у меня десятка, пришлось стучать в бубен, и бывают вылеты, поэтому почаще сохраняйтесь. В общем, ребятки, побольше вам денег, хорошего товара, хороших тепловозов, оставайтесь с вами, с нами был Росси, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем до скорых встреч, всем пока.